Я хочу сказать, что вот, кроме дизайна, я еще использую в системно-функциональном дизайне термин динамический баланс. Динамический баланс – это вот понимание, что нам, как бы, как вот в известном мультике, ну для меня известном, да, в Винни-Пухе, и то, и другое можно без хлеба. То есть мы, наше движение, оно всегда, это смена полярности, смена одного и другого. Да? И часто, выбирая в жизни какой-то там курс, какой-то правильный, да, это самое, мы забываем, что это правильно на какой-то отрезок времени. А потом нужно сменить курс. Я вам приведу пример просто с обычным движением. Для того, чтобы двигаться, я сначала становлюсь на правую, например, ногу, да? Левую освобождаю, двигаю вперед, переношу тяжесть на левую, правую освобождаю. Понимаете, то есть вот баланс – это такая очень продуманная смена, да, наших деятельностей, которая позволяет нам двигаться. И вот в этом балансе, в котором я сейчас рассказываю, там только два элемента, да, ну правая и левая нога, да, вот, например. И это на уровне двоичности, как в китайской философии, которая, да, вот, используется также в системно-функциональном дизайне, это можно сказать и я, и им. То есть, ну, например, мужское и женское. На примере. В человеческой душе, ну, по мнению Карла Юнга, есть часть женская и часть мужская. Он их назвал там анима, женская, и анимус, мужская. И вот, в принципе, чтобы человек был успешен, будь это женщина или мужчина, анима и анимус должны быть в балансе. С каким-то небольшим преобладанием, ну, того, той части души, которой, как бы, мы морфологически телесно принадлежим. Да? То есть, если я мужчина, то небольшое преобладание должно быть мужского. Если я был бы женщиной, то небольшое преобладание должно быть женское. Потому что если мы нарушаем баланс, например, только женское, мы приходим к тому, что мы не движемся, да? То есть мы дисгармоничны. Если мы с другой стороны нарушаем, да, только мужское, мы тоже дисгармоничны. И вот принцип динамического баланса, то есть движение. Сейчас я хочу расслабиться, я в состоянии инь. Отдохнул, набрался сил, я в состоянии ян. То есть в инь я в женском был состоянии, ну, по аналогии, да, вот, а в ян в мужском активном. И только тогда я могу двигаться и быть эффективным. А если я все время под давлением каких-то мыслей, там, тревоги и все остальное, я все время пошел, работаю, напряжение, ну, или истощением, и болезнью, да, в конце концов. Что я сделал? Я достиг. Ну, какое-то время я работал, да. Ну, я очень быстро потерял способность.